Русская литература и Первая мировая война – отдельная большая тема нашей выставки. Практически все писатели и поэты Серебряного века так или иначе откликнулись на события той страшной войны. Появлялись как патриотические сочинения, так и антивоенные произведения. На нашей выставке представлены автографы хрестоматийных произведений поэтов Серебряного века. Среди них известнейшее стихотворение «Наступление» Николая Гумилева. Поэт сам был на фронте, он участвовал в военных действиях, он видел смерть в лицо, поэтому его строки звучит как молитва. «Я кричу, и мой голос дикий, это медь ударяет в медь. Я, носитель великой мысли, не могу, не могу умереть». А поэтесса Зинаида Гиппиус, которая в годы войны была в Петрограде, призывает пожалеть страны, которые стали первыми жертвами Великой войны. О Бельгии, о Польше, о тех, кто так скорбит. Не говорите больше, имейте этот стыд. Также на выставке представлено стихотворение Георгия Иванова к памятнику Суворова из цикла его военных стихотворений «Война».